ноябре сотрудник ДПС, как обычно, остановил машину для проверки документов у водителя. Эта встреча продлилась долго. В ходе проверки документов один из пассажиров данного автомобиля без причины оскорбил представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей. По данному факту в следственном отделе по городу Соликамск было возбуждено уголовное дело по статье 319. Сейчас в этом деле будет уже разбираться суд, который может наказать как рублем, оштрафовать на 40 тысяч или обязательными работами на 360 часов. За третью неделю февраля сотрудники ДПС пресекли 228 нарушений правил дорожного движения. И все же аварии все равно происходили. С 17 по 24 февраля на дорогах города произошло 21 ДТП. В результате всех аварий пострадало 3 человека, а 33 автомобиля потеряли свой былый лоск и требуют ремонта. В одной из колоний Соликамска мужчина неоднократно обращался к медикам из правучреждения за помощью, но так ее и не дождался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту смерти осужденного 1949 года рождения, отбывавшего уголовное наказание в колонии строгого режима ИК-9. Который скончался при госпитализации 5 января 2020 года. Врач, который не оказал помощь осужденному, уже уволился по собственному желанию.